Всем привет! Мы продолжаем играть в Darkest Dungeon. И в тот раз денег, которых мы набрали, хватило, чтобы первое, трех человек отправить на снятие стресса. Второе, пролевелапать тех людей, которых мы уводили в тот раз. То есть у нас Весталка левелапнулась и прокаженный. То есть мы их довели до кондиции и можем теперь идти уже в долгое подземелье. За по-настоящему классную награду, потому что это и брелок, который мне очень нравится, плюс 2 скорости, плюс 8 уклонения, и 7000 золота с половиной. Круто, поэтому мы берем ту же самую композицию. Я думал, может быть, Весталку заменить на свежего оккультиста, но решил, что это долгое подземелье, и все-таки не стоит рисковать, пусть лучше будет Весталка второго левела, чем оккультист нулевого. По брелкам примерно то же самое, сильно я ничего не менял. А, да, можно еще скиллы для привала посмотреть. Так, ну у прокаженного есть два самых классных, то бишь отражение и карантин. Они прям очень классные. За него я спокоен. У могильной воровки было бы неплохо табакерку открыть на всякий случай. Да, она может пригодиться. Вылечить больную цель. Табакерка, а может быть 72... Герба надо. Ладно. Потрать... Блин, 1200 на табакерку с другой стороны. Не, знаете что? Не-не-не-не. По привалу, в принципе, минимум у нас есть. Да, минимум у нас есть, все. Будем считать, что этого хватит. Да, припасы. Подземелье долгое. Поэтому денег нужно будет много. Но из предыдущего мы вынесли два одинаковых брелка. Вот они. Один точно продаем. Плюс можно, наверное, продать дубликат герба. Да. Еще что-нибудь? Да вроде бы нет. Пока что. Однозначно всю еду. Не будем рисковать. Лопаты 4 возьмем. Это заповедник. Здесь винги. Да, 4 лопат должно хватить. Целебных трав сюда побольше стоит выносить. Давайте еще продадим. Продадим. Кровотечение. Но они не такие уж и плохие, чтобы их продавать, в принципе. 8 уклонения, ну это ж круто. 2 скорости, смотрите, они классные. Зачем их продавать? Ну вот это не очень, да, приказы командира. Не то чтобы плохая вещь, но не такая хорошая. Вот так вот. Неплохо. Может быть пару бинтов. Ну один. И на всякий случай один факел. Да, все хорошо, вперед. Здесь уже будет немного посложнее, чем в предыдущем подземелье, но и награда соответствующая. Немного стресса на воителе с самого начала, но надеюсь, это не слишком повлияет на наш ран. Ай. Ancient traps lie in wait. Не буду тратить бинт на это. Wealth beyond measure, awarded to the brave and the foolhardy alike. Так, начинаем с бэклайна. Могёшь? Не могу. Блин, сильно не хватило. Ну ладно. С каждой атакой немного больше жалею о том, что не разблокировал табакерку. Потому что заразить нас здесь могут очень даже легко. Mm.
А ну-ка давай вот так. Decimated. Чё, настак еще траву? Не настакал. Молодец. А, стресс полечим. Почему бы и нет? И тебя полечим. Be gone, fiend. Отлично. Ghoulish horrors, brought low and driven into the mud. Ловушка. Отлично. Какая у нас задача? Сразиться в 100% комнат. Ого. Очень интересно. Executed with impunity. Another one falls. Ну да, сзади он там особо ничего не сделает. А, яд. Можно потянуть время. Так, ты можешь ли? Не может. Ага. Тогда остроты делаем. Сначала так. Потом... Блин, нет, не надо его добивать. Хорошо. И... Давайте вот так. Угу. И вот так. Отлично. Все в кондиции. Можно добивать. Чё, по криту? Ну, давай. Back to the pit. As victories mount, so too will resistance. Угу, ну... Да, две еды болтаются неприкаянные. Шлем... Ладно, бинт. Выкинем. Не трогайте книги, спасибо. Угу. Как же здесь поступить? А может быть с выпада? А, не-не-не-не-не. Выпад не надо делать. Отлично. Прямо то, что нужно. Стан. Хорошо. Annihilated. И... Стан. Ладно. Чё-то он мисует постоянно. Так, может у тебя тут что-то есть? А, вон, минус 5 меткости. Понятно. Понятно все. Confidence surges as the enemy crumbles. Нарезают нас. Ну, вот тебя полечим. Вообще попадать не может. Their formation is broken. Maintain the offensive. Seize this momentum. Push on to the task's end. Так, камень не трогаем. Such blockages are unsurprising. These tunnels predate even the earliest settlers. Вот, вот это вот очень хорошо. Смотрим, боязнь бухты. Ладно, ничего страшного. Это не очень хорошо. Минус 10 меткости против человек. Минус 3 крита дальнобойные навыки. Фиг с ним. Пугливость. Угу. Держимость убийствами. Большой страх. Урона против стресса человека. Держимость убийствами. Не будет молиться. Я бы попытался исправить воителя. Что? Ага, неточная стрельба, да? Потрясающе. Теперь он будет точно стрелять. Ну, не повезло.
Так, такой смачный бэклайн. Надо бы его прям взять и разобрать. Сейчас. Вот так. Ладно. Press this advantage. Give them no quarter. Continue the onslaught. Destroy them all. Ах, минималочка. Ну, тогда уже добиваем. Лечить, да ладно уж. Можно попытаться его убить быстро. Эх. Не такое сильное кровотечение. Опа, браслет. Be wary. Triumphant pride precipitates a dizzying fall. Темный наруч. Крита уклонение, если мало факела. Я хочу его. Да-да-да. Но вместо чего? Вопрос хороший. Ну, можно выкинуть обычную штуку эту. Да, наверное, оно будет того стоить. Хорошо. И открываем тебя. Да. Gold, trinkets and baubles, paid for in blood. Опять фамильные ценности. Да не, мне не сильно так, не сильно нужны, да. Обойдусь. Ambushed by foul invention. Может быть, скоро привал надо будет сделать. Может быть. О, разведочка. Так, так, да. Ничего такого. Можно сэкономить лопату. И два факела. Лопата и два факела. Стоит ли оно того? Думаю, да. Пойдем в обход. Ну, не два факела, а один факел. Экономится. Хотя здесь больше шанс того, что они проголодаются. Да, кстати, я не помню, говорил или не говорил, но теперь знаю, что голод срабатывает в некоторых отсеках. То есть на отсеках, ну, мы этого не видим, конечно же, но программой написано, что когда там шагнем в эту клетку, то будет голод. То есть это так работает. И они генерируются вполне рандомно. О, еще разочек. Ну давайте, теперь уже по-любому нормальную черту берем. И в идеале это будет пугливость. Страх людей тоже хорошо. Так, ну раз врасплох. Раз врасплох. То вообще надо всех вырезать. И добиватель. Все. A trifling victory, but a victory nonetheless. Было бы неплохо похилить кого-нибудь. Ну, ладно. Так, разведка. Все пустые коридоры. Еще факел. Ну да, всего 8 осталось. Эту не трогаем штуку. Опа. Вот зачем я берегу ключи. Погнали. Да, прям через эту битву не будем разжигать факел. Да, все, хорошая стратегия. Мне это нравится. Да. Выбиваем свинью-калеку. А знаете что? Я даже рискну и похилю.
Ну что, ударишь? Или опять мясанешь? Ударит. Молодец. Да, 6 хп с кровотечением. Еще хил. Отлично. Добиваем. Success so clearly in view. Or is it merely a trick of the light? Да, все, остроты есть. Мы идем сюда. Во-первых, конечно, расставляем людей. Залезаем. Сейчас надо подумать. Ну, факел в любом случае тушим. And now the darkness holds dominion. Black as death. Ладно, пожалуй, лучше будет сначала привал. A moment of respite. A chance to steel oneself against the coming horrors. Ну и просто снимаем стресс, получается. А нечем толком. Блин, ладно, защищаем от ночных нападений. Тогда... припасы... не то все. Вон. Уклонение крит. Классно. И это одному уклонение и скорость. Пусть будет тебе уклонение и скорость. О, две еды. Отдых. Все хорошо. Возможно, я протупил немного, потому что здесь, в секретных комнатах, можно не защищаться от ночных нападений, потому что ночью никто не нападает. Возможно. То есть я не на 100% уверен, что это так, но... класс. Ну, две единицы еды. Хотя два бюста тоже ни к чему. Все, пошли. Как лучше пройти? Наверное, вот раз, два, вот так ближе будет. Сюда. Не трогаем эту штуку. И здесь будет битва. Битва. Битва, однако. Выпадом может его. Фокусим сразу. Хотим ли мы его быстро убить? Да, давайте прям быстро. Ты. А, не получилось быстро. Ладно. Ладно. Мистика, человек. Думаем. Разбойника надо убивать. Этих двух можно, в принципе, оставить в живых, я думаю. Разбойника 16 хп должен убить прокаженный. Поэтому, пожалуй, мы выносим дамаг. Вау. Ну. Давайте парировать. Угу. И она здесь не очень хорошо себя чувствует. Да, пожалуй, пусть уходит. И оно того стоит, как по мне. 6 хп не так плохо. Да, и кровотечение зарезистило. Здесь, наверное, вот так. Оптимальный вариант. Ох ты ж. Держимся, хилить никого не надо. Станет, сколько ты еще ходов будешь? Один раунд. Ладно, можно не станет. И добить висталку неплохо было бы, да? Вот это тоже неплохой мув. Еще тебе по лицу. За
Зато теперь можно разбойника убивать. Можно. Угу. А вот здесь стан хорошо зайдет. И по лицу. Почти. Готов? Готов. Потрясающе. These nightmarish creatures can be felled. They can be beaten. Плюс один трапецоидер. Да, вот так нужно фармить. Ой-ой-ой-ой-ой. Это может быть жестко. Нужны ваншоты. Да. Прекрасно. Ну все, теперь это уже ни о чем. Все дела. О. Мой любимый защитный ошейник на дрессировщика. Разведочка. Отлично. Что брать, что не брать? Давайте смотреть. Противоядие не использовалось. Целебные травы все еще могут пригодиться, но вряд ли. Да? А что по лопатам? По лопатам неизвестно. Да, давайте. Деньги нужны позарез. У кого резисты самые большие? Вот, яды кровотечения 50-20, 40-50-60, 40-50-50. Наверное, у тебя. Хорошо. If only treasure could staunch the flow of otherworldly corruption. Хм. Еду дают. Бафы все еще работают, да, еще две битвы. Продержатся наши бафы. Потом можно будет их заресетить. А может... Obliterated. Угу. И все равно выдал рвоту. Ну, без критов ничего страшного. Один хил, и он на фулах. Бум! И тебе по лицу. Remind yourself that overconfidence is a slow and insidious killer. Так, продолжаем. Ой, я даже знаю, чем это все закончится. И вот 15. Подумать надо. 3 хп вот так. Да. Ты, может, воздаянием. Угу. А ты вот так. Эх, немного стресса. Ну и ладно. Деньги. Вместо чего? Блин, может забить на факела. Так не хочется на самом деле. Ну блин, ну... Деньги же. Ладно. Рискуем. Рискуем? Или мы так много слишком рисковали? В двух... В трех... Ну, в позапрошлом и позапозапрошлом ранее. Нет, рискуем. As the light gains purchase, spirits are lifted, and purpose is made clear. А, личинки. Катастрофа. 69. Так, свеча все еще работает. Это хорошо, потому что она мне пригодится. Давай вот так опять. О.
прекрасно. Самое интересное, что все это при факеле. Ага. Интересные мувы. Вот так. Это еще не конец. Хотя знаете что, мы уже близки. Возможно. Да, пожалуй. Сейчас привал сделать будет умно. Да, я думаю, да. Ага, и ты тогда можешь закомбинить сам с собой. Ну, не знаю. Не, давайте то же самое сделаем. Ночное нападение. Урон и криты. Остается еще 4. Ну, ладно, давай так. Все. Ну вот. Отлично. The match is struck. A blazing star is born. Ловушка. А, можно их накормить просто. Еды полно. Еды полно. Все. Съели полстака еды по дороге сюда. И что, последняя битва? Да, последняя битва. Классно. А, бинтов нету. Блин, страшно трогать. Но хочется. А ну-ка. Отлично. Отлично, косарь. Это же, блин, целый косарь. А, не обезвредил ловушку. Ну фиг с ней. Ну что, в полной темноте последний бой? Ради лута, да? Да. Darkness closes in, haunting the hearts of men. Ох ты ж, сейчас все по нему будут выдавать. Ну а мы чё? Оп, блин. А, она же без свечи теперь, чёрт. Она же без свечи. Ага. Можно и вот так. И добивать. Ох. Красота какая. Ну что же. А, получается, лопаты не нужны. Берем камень и все остальное нужно. Еда не нужна. Берем эту. Превосходно. Продолжить поход. Стол трогать или не трогать. Трогать или не трогать. Трогать. Все, сейчас едем. Отлично. Some experiments should have never happened. You are doing just work ending them. Вот так вот. Вот с таким лутом уже прям чувствуется, что хоть сейчас берешь, идешь в Darkest Dungeon и выигрываешь. Да, прекрасно. Let me share with you the terrible wonders I have come to know. Дрессировщик, оккультист, выродок. Ну-ка, ну-ка, сколько у нас выродков? Один. Один. Может быть, два? Сделаем. Нет, одного хватит. Отлично. 20 косарей. Это уже лучше. Давайте еще немного позаботимся о людях. Тебя сюда посадим. Да? Да. Тебя сюда. А тебя, видимо... А, нет.
Ага, ты никуда не хочешь. Ладно. Два косаря. Вот сюда. Да. Еще 17 осталось. Тогда давай уж тебя сюда. А тебя вот сюда. 2200. А сколько будет стоить тебя сюда? 2. Дешевле. Плюс можно улучшить. Бум, 1700. Классно. А на сегодня все. Всем спасибо и всем пока.